Света, скажи, пожалуйста, меня слышно? Давай проверим звук. Доброе утро, Светлана. Скажите, пожалуйста, как у нас со звуком? Как у меня со звуком? Отлично, радует, прекрасно, здорово. Самые ответственные уже здесь. Самые ответственные, пунктуальные уже здесь, да? Я сегодня между двух Светлан с утра. Приятно, я загадываю себе желание. Доброе утро всем, доброе утро. Всех поздравляю, всех, кто присоединяется, поздравляю с уже наступившими майскими праздниками. И у нас такая интересная, да, вот эти 10 майских дней. Сначала 1 мая, потом небольшой передых и 9 мая. И кто здесь присутствует, девчонки из Саратова, они знают, что к нам, да, на воздушный парад на 9 мая всегда прилетают самолеты из Энгельса. Там большая авиационная база, авиационная дивизия, и к нам прилетают самолеты. А улетают они всегда вот над нашим районом. И Таня Николаева, наверное, тоже знает, что они летят в нашу сторону через... Потому что мы на юге, юго-востоке находимся, и они улетают обратно домой. И я вот слышала, что в этом году авиационный воздушный парад все-таки будет. И сейчас, буквально полчаса перед этим, перед прямым эфиром, я услышала такой очень сильный шум, выскочила на улицу, посмотрела, а там как раз вот летели несколько самолетов, вот такие вот мощные, которые всегда улетают. Скорее всего, вот у них есть, идет сейчас все-таки репетиция парада. Здорово. И чувствуется вообще, да, самолеты, и чувствуется вообще приближение, конечно, праздника. Сегодня показывали, что Москва все-таки украшают ее, наряжают к 9 мая, к празднику. И как бы там ни было, хоть мы и по домам, но город все равно украшают. Когда это все закончится, мы все равно увидим красоту нашего города, да. Ну, я думаю, что и во всех городах все равно это очень серьезная дата, и к ней готовятся все. Итак, сегодня я объявила такую тему, которая называется «Защита». И уже прям честно я соскучилась за эти. Из них будет цифра 75. Здорово, Лен, да? Вот я не знала об этом. И сегодня я объявила такую тему, которая называется «Защита». И вот если каждый из вас задаст вопрос «Защита», чего же нам защищаться? Ну, на самом деле, если подумать, и у каждого найдутся свои ответы. Кто-то носит даже амулеты, да, защита от дурного глаза. Кто-то хочет быть защищен от болезней, от плохих людей, от экологии. То есть вот все мы хотим быть в такой под защитой, в таком вот коконе, в таком вот что-то такое мы хотим себе, какую-то такую волшебную таблетку, чтобы мы чувствовали себя в безопасности. Защита, уверенность, безопасность – это такие слова, которые необходимы, конечно, всем нам. Но реальность такая, что мы с вами живем в современной экологии, что мы, да, высыпают нам на голову выхлопы от самолетов, да, на самом деле, по данным статистики, ну, сейчас, слава богу, совершенная тишина в небе, а вот вообще, по данным статистики, одновременно в небе находятся до 5000 самолетов. Представьте себе, какие это вредные излучения, какие это действительно выбросы от топлива, да, от сжигания топлива, и опять же, какой-то шум, то есть человек уже привык, он постоянно живет в шуме. Я, например, когда приезжаю в деревню к маме, и я от тишины просто вот оглохнуть от тишины можно. Ну да, там куры, утки крякают, кукарекают, да, но тишина, которая вокруг, это не то, что мы слышим в городе, да. И вот эти все время шумы, они все время держат нас в состоянии тонуса и стресса. И я знаю такие случаи, да, когда человек вот от этого бесконечного шума, от этих все время вибраций, которые вызывают бытовая техника и холодильники, да, то есть люди даже спать не могут. Каждый день мы пьем воду, которая
в которой очень много всевозможных добавок и примесей. Далеко не у всех вода хорошая. Сначала мы думали, что это в городе вода плохая, а в деревне хорошая. Нет, и в деревне вода не очень, даже не то, что хорошая, она в деревне совершенно плохая. Потому что там, если в городе у нас еще хоть какие-то очистительные сооружения, то в деревне их практически нет. И если человек пробивает скважину, вот я рассказываю, как у моей мамы в деревне, она пробивает скважину, она ставит ее в доме, этот насос. И там нужно бесконечно менять фильтры, потому что то глина, то железо, то есть вода всегда с какими-то примесями. Бытовая химия, которой мы пользуемся, допустим, моем посуду, да, уже давно известно и много об этом говорилось, чтобы смыть фейри или любое там моющее средство с тарелки, ее нужно промывать более 30 раз чистой водой. Но мы, конечно же, этого не делаем. Да? Ну, во-первых, и вода уже по счетчикам у нас у всех, и мы ее экономим, это дорого. А во-вторых, ну, нам же не видно эту пленку на посуде. Мы ее смыли, она уже не пенится, и вроде как и мы помыли посуду. А все это остается, и все это мы потом с пищей принимаем внутрь. Да? Себе. Многие люди употребляют синтетические лекарства, таблетки, уколы. Все это тоже вред. Затем мы с вами, опять же, всегда, ну, практически всегда находимся в состоянии стресса. Либо это какие-то новости, либо это какая-то ситуация, либо что-то на работе. Я всегда говорю, в Москве поездка в метро уже стресс. То есть вот стресс, стресс и стресс. И человек всегда, он как бы уже, как есть такое грубое выражение, человек такая скотина ко всему привыкнет, но это нехорошая привычка, и к этому привыкать не нужно. И на самом деле даже электромагнитное излучение. Вот мы сейчас с гордостью говорим, у нас в доме несколько телефонов сотовых, да, у нас в доме ноутбук, у нас в доме планшет, телевизор, холодильник, телевизор в каждой комнате, еще и над кроватью висит. А мы не задумываемся на том, какое электромагнитное излучение, что излучают эти приборы. Потому что вот, допустим, роутер, который у нас стоит, представьте мощность этого роутера, если этим Wi-Fi могут пользоваться даже соседи. То есть он пробивает бетонную стену. А наша с вами черепная коробка, она не бетонная стена. И какой мощностью обладают эти волны, если они ними могут пользоваться соседи? Значит, соответственно, он эти волны проникают туда-обратно через нашу голову многократное количество раз, а в голове у нас мозг, и мы хотим быть до старости в уме, как мы выражаемся, да? Ну вот, негативных вот этих вот воздействий очень и очень много на самом деле, но есть натуральные, природные средства, естественные средства, которые способны противостоять вот этому разрушительному воздействию свободных радикалов, потому что в результате вот этой экологии, стрессов и так далее у нас в организме образуются свободные радикалы. И в научной литературе эти средства называются антиоксидантами. Кому они нужны? Да, они нужны всем. Не только кто живет в больших городах, но и в малых городах тоже. Опять же, приведу в пример. В деревне, вот еще когда моя мама туда приехала, когда мы приехали, я еще в школе училась, у нас был очень хороший урожай, мы каждый год много чего сажали, много выращивали, но смотрите, что происходит. К нам пришла цивилизация. Мы провели в дом воду, соответственно, мы стали стирать, мы стали мыть, все это в доме. Рядом с домом находится сливная канализация, сливная яма, да, и все эти чистящие, моющие средства, которыми мы пользуемся, всякие эти фейри, тайды и так далее, все это уходит туда, через 100 метров огород. Урожай с каждым годом хуже и хуже. Почему? Я говорю, мам, так если все это фейри идет в огород, мы это, грубо говоря, мы этим фейри картошку поливаем, мы про какой урожай хотим вообще вести речь, да? Но это вот было до того, как я узнала о компании «Коралловый клуб», о том, что можно защищаться, о том, что можно пить другую воду. Так вот, представьте себе, что я хочу вам рассказать сегодня вот о таком мощнейшем, классном, супер антиоксиданте H500. Что это такое? Это продукт, разработанный Нобелевскими лауреатами. Это мощнейший антиоксидант, который замедляет процессы старения, нормализует сон, убирает вредные воздействия на печень. А на печень у нас, вот все, что я перечислила сначала, все вредно воздействует на печень, да, потому что печень – это главный детоксикационный орган в нашем теле, и, соответственно, все, чем мы дышим, и все, что мы кушаем и пьем, все это, все токсины, все это из еды вредные химические
составляющие всасываются в кровь, а кровь у нас проходит постоянно через печень. H500 можно и нужно употреблять всем при физических нагрузках, потому что нейтрализует молочную кислоту в мышцах. Тем, кто занимается спортом профессионально, он обезвреживает свободные радикалы, и которые нарушают жизнедеятельность наших клеток. Представьте себе, что если свободный радикал попадает в нашу клетку, клетка неполноценно делится. Опять же, здесь, если есть те, у которых есть дача, то давайте приведу такой самый простой пример. Вот вы посадили хорошее семечко или там хорошую луковичку, да, какой-то хороший росток в землю. Вы за ним ухаживаете и надеетесь, что у вас вырастет хороший урожай. Но если в земле его съест какой-то червячок или пойдет какой-то радиационный дождь, то у вас уже не будет полноценного урожая, тот, на который вы рассчитывали. И вам как-то его нужно защитить. И самое главное, обидно, что вы старались, вы посадили хорошее качественное зерно, а вырастет не тот урожай, на который рассчитывали. Поэтому нужна защита всегда, везде, всюду и всем. И вот представьте себе, что две капсулы антиоксиданта H500 вы вот выпиваете с утра или, допустим, одну с утра, одну в течение дня, и вы вообще как в скафандре находитесь. Уже проводились такие исследования неоднократно по составу этого продукта. И что получается? Одна капсула приравнивается к 10 тысячам тысячам стаканов свежевыжатого апельсинового или морковного сока. То есть представляете себе, ты в скафандре вышел и пошел, вот это защита, вот это класс, мечта просто, да? Вот, потому что даже если у вас неполноценно идет деление клетки, у вас идут гормональные нарушения. И тогда что получается? Человек годами наживает себе проблемы, а потом мужественно, стойко борется с кучей диагнозов и проблем, которые у него появляются с возрастом. Но можно дать себе возможность восстанавливать организм и давать своему организму силы справиться со всем этим безопасно, самое главное, безопасно. И уже, что называется, сегодня и сейчас, и допустим, начать принимать H500. Я посмотрела состав, это доступно, да, для всех. Вот читаю состав. Магний – это опять же наши нервы. Калий, кремний и бор. Да, представьте себе, то есть в организме H500 распадается на кремний и воду. Это те природные вещества, те микроэлементы, которых мы, в принципе, не получаем уже с продуктами питания. Но вот о таком прекрасном, я считаю, продукте, как антиоксидант, я вам рассказала. Но есть еще, да, я бы, знаете, что хотела сказать, что вот антиоксидант – это крыша такого нашего храма, да, мы говорили, что наше тело – это храм, это сосуд священный, и вот эта крыша, она дает как раз-таки энергию и защищает нас от болезней. Но помимо этого, есть ведь еще много тех позиций, которые я вам уже перечисляла, да, от чего бы нам хотелось защититься. И вот здесь есть у нас и мальчики, и девочки, и женщины, и мужчины. Но в основном вопрос для женщин. Вот каждая себе задайте такой вопрос. Что для меня чистота и уют? И у каждой у вас будет разный ответ. И неоднозначные возникнут совершенно ответы. У кого-то это гостеприимный дом, где все расставлено по полочкам. У кого-то это чистая посуда, и чтобы все сверкало и блестело на кухне. А для кого-то это мягкий плед, уютная чашечка кофе, пусть это даже в одиночестве, но в уюте. Да? А вот, например, в стране восходящего солнца порядок в доме – это духовная чистота и позитивные эмоции. Конечно, все мы любим с вами чистоту в доме, никто не откажется жить в чистом доме. Но не так уж и много среди нас желающих, которым хотелось бы бесконечно драить посуду, все время подметать, и недаром идет такая реклама по телевидению. Постучи по кастрюльке, появляется какой-то там чудесный мальчик, взмахивает волшебной палочкой, и у вас в доме чистота и порядок. Да, это только мечта. Но есть такие средства, которые помогают хозяйке приблизить вот эту вот мечту к реальности, преобразить ее дом, и минимум усилий и времени, но результат стопроцентный. И знаете, был такой древнеримский мыслитель Петроний, и он говорил, все лучшее в природе принадлежит нам. Так вот я с гордостью хочу сказать, что все лучшее в природе принадлежит нам. В нашей компании потрясающие продукты, которые
действительно подходят под вот эту вот фразу. Потому что вот сейчас я приглашу свою соведущую, она расскажет о линейке бытовой нехимии или зеленой химии, как мы ее называем. И эти все средства, они помогают не только чутко следить за чистотой и порядком в доме, но они очень бережно относятся к нашему здоровью. И у нас максимальная безопасность не только для наших рук, но даже для сливных септиков, которые вот очень важны для людей, например, вот на даче или в частном доме. Представьте себе, что даже об этом компания позаботилась. Итак, я приглашаю Николаеву Татьяну, и она сейчас расскажет и покажет и продемонстрирует линейку чистящих средств. И скажет, как она не пользуется. Да. Друзья, Таня, отлично. Я слышу сама себя, поэтому я Добрый день, друзья. Вы меня слышите? Вы меня слышите, Наташа? Махни головой. Или скажи. А, отлично. Все, отлично. Я тебя слышу, Таня, но я слышу свое эхо, поэтому я молчу. Хорошо. Друзья, раз Наташа меня пригласила, то тогда, конечно, я поделюсь. И у меня к вам есть большое желание, чтобы вы рассмотрели то, что я сейчас расскажу, и, возможно, для себя приняли. Может быть, я вас даже смогу убедить, что это важно. Посмотрим. Друзья, я сейчас с вами буду разговаривать о моющих средствах производства Франции, которая поставляет компания «Коралловый клуб», и компания «Коралловый клуб» продвигает мы, то есть дистрибьюторы, продвигаем, и, естественно, что бы мы ни продвигали, мы пользуемся этим сами. Почему же я решила, и, между прочим, мы ждали, мы просили, был такой даже разговор, ну когда же у нас-то будет, чтобы у нас лично не только было для здоровья, для улучшения внутреннего состояния, внутренней экологии, но и для внешней. Это очень важно. А я сейчас вам объясню. Несколько примеров у меня было негативных, которые меня просто заставили задуматься об этом. Первый вариант. Когда пришла ко мне моя знакомая и сказала, что она плохо себя чувствует. Кстати, Наташа тогда вот ей и помог H-500, потому что я тогда уже была в «Коралловом клубе», она ко мне прибежала. Я говорю, что случилось? Она говорит, ну все, прям вот помираю. Я говорю, а причина-то в чем? Ну, отравление или что? Думать-то на что? Что она мне ответила? Раньше Ферри было у нее, конечно, и вот Пемолюкс, может быть, кто-то еще помнит, я никогда этим не пользовалась, сейчас объясню, почему даже. Я просто элементарно спросила, а ты что с этим делала? Ну, почему тебе попало в организм? Ее просто тошнило, рвало и жидкий стул. Она говорит, чайные чашки, она их намазывала, и, видать, наверное, или отвлекли ее, видать, наверное, плохо, она где-то смыла. И она попила чай из этой чайной чашки непромытой. У нее только одна версия, потому что она почувствовала сыпучий, такой неотмытый как бы вариант на чайной чашке. Ну, это вот прям, я знаю человека по имени, фамилии. И я тут, я говорю, ну, мы вообще чайной соды, если что, всегда отмывали-то. И сейчас даже бывает отмываю, когда мне необходимо. Вот. Это первое. Почему второе не пользовалась Пемолюксом? Мне просто повезло, потому что я работала когда в свое время в бухгалтерии, а как раз мода пошла, Пемолюкс пошел. Я еще тогда не могла по каким-то причинам купить. И не прошло буквально тут несколько месяцев. Девчонки все приходили и просто... Сначала они были в восторге, потом они были в ужасе. Почему? Засыпали, оттирали этот унитаз, и просто он у них со временем, он у них опять набирается грязью, они опять оттирают, набираются. И тогда мы все в бухгалтерии сделали вывод, что это абразивное вещество, которое просто эмаль с ванной, у всех попортились ванны. Да. Мне просто, говорю, повезло, что я просто вовремя его не купила, когда все покупали. Я тогда на тот момент содой чайной тоже редко пользовалась, порошком стиральным обычным отмывала. Это вот прямо факт, что есть. Называется признание. Почему я еще рада была, что у нас в компании появилось моющее средство, средство для посуды, то, что сейчас я вам расскажу, для уборки вообще квартиры, но и моющее стиральное средство для белья, потому что
когда я вышла стряхнуть полотенце после стирки, а с улицы я его сняла и вот стряхнула его, чтобы сложить, и я тогда увидела на солнечных лучах сыпучий uh-huh. какой-то вот этот вот отброс. Oh, я вот не поняла сначала, я потом просто поняла, что это не простиранный порошок. И стали тогда задумываться, второй раз полоскать. У нас даже был как бы с Мариной, вот с дочкой, вопрос, что же делать. Она говорит, 100% второй раз полощем. Потому что тут уже ребенок маленький, и это мы понимали, что ребенок гладим, потеет все с бельем на тело. А, опять полоскать чем? Холодной водой. Я уже тут сразу просто по логике поняла, мы не пробьем, не прополоскаем. Получается, опять горячую воду включаем. Это вообще даже и, в принципе, дорого уже. И вот мы всегда, мне им дочка всегда, мам, ну когда же у нас будет? И вот свершилось чудо. Мы уже много-много лет пользуемся продукцией, которая просто дает возможность без аллергенов, безопасной на 100%, ну, значит, гипоаллергенной, да, обладает антистатическим свойством. Ультраконцентрированная, то есть экономная, если мы говорим, что затрачивается. Безопасная для канализации септиков, если сейчас вот я нахожусь в загородном доме, то это вот просто, как бы называется, совесть твоя спокойна. И еще что главное. Главное, что из природных компонентов нет продуктов нефтепереработки. Какие природные компоненты? Это зерно рапса. А я, друзья, видела, как я была в Литве 4 года назад, видела, какие поля рапса выращивают и отправляют вот в Евросоюз. Это как раз вот их заработок, литовцев. У них скотоводство развито, и вот рапс они работают. Вот. Потом свеклы, потом кокосовый орех. Вот понимаете, на всем природном нам дала такую возможность наша компания. А как выглядит такой волшебный чемоданчик? А вот как он красиво выглядит. Здесь находится, до 5 кто умеет считать, посчитает, кухня. У нас для стекол, для стекол, для универсальной, для ванны и для пола. То есть я говорю, наше это средство не только для дома, но и безопасность в окружающую среду. Вот такой вот вариант мы купили в прошлом месяце, была акция, просто повезло, мы следим за акциями. На наш дом надо было две, мы купили одну берешь, другую в подарок. Это было для меня вообще просто вот, дочь заказала, я была рада. Какие бутылочки там находятся? Вот такое вот средство. Здесь все написано, средство для стекол и зеркал. Прекрасно. Вот такое средство, универсальное. Почему я именно принесла универсальное? Просто если у вас, ну, нет возможности по каким-то причинам купить упаковку, вот этот чемоданчик волшебный, возьмите одну для начала, попробуйте. Вы точно не пожалеете, вы вспомните наш эфир, потому что на самом деле это работает на ура. Если эксперимент не могу сейчас, потому что прямой эфир идет у меня с телефона, я просто не смогу по зеркалам ходить, но я вам другой эксперимент сейчас проведу. Если мы намажем, испачкаем кремом или маслом даже зеркало, и универсальным, или для стекла зеркал, вот так один раз вытрем салфеткой, и все, у нас ни разводов нету, никаких пятен, ничего. Просто сейчас поверьте, а кто не хочет поверить, возьмите, проверьте. Да. Вот такой вкладыш, то есть 5 бутылок вот таких, вот такой вкладыш, здесь все написано, это действительно вот даже начало зеленое, химия, как мы говорим. Все здесь расписано. И как применять, и из чего состоит, и какая безопасность, и то, что это прошло европейский стандарт, соответствует европейскому стандарту. И вот это вы все увидите здесь. Вот у меня сейчас в настоящее время вот такой бутылки нету. Это моющее для посуды. Обязательно приобретите. У нас сейчас просто в компании нету. Вот. Также в компании есть вот такие вот две волшебные баночки. И третья тоже у меня нету, потому что закончилась, а пустую не оставила. Это моющее средство для стирки белья, это отбеливающее средство. Друзья, что это нам дает? Это нам дает, не разрушая структуру тканей,
сохраняет первоначальный яркий цвет, а также активен в любом температурном режиме. Так как я обещала... Вот такие вот нам был в подарок вот такой триггер, но у нас еще есть и дома, до этого мы покупали специально, он стоит там 100 рублей с копейками. Буква «В» – это ванная, очень удобно. Буква «А» – это универсальная. И, друзья, почему я сказала концентрированная? Если мы наливаем вот по эту полоску, то остальное добавляем водой, в 5 раз разбавляется. А бутылка какая огромная. Представляете, сколько я это буду делать? Вот, достаточно буквально вот так вот побрызгать, вытереть, и все у тебя чисто. Только сейчас Наташа говорила, я уже начала писать, что у нас тоже три в доме телевизора. И вот чтобы не было вот этого такого стреляющего состояния от телевизоров, вытираем все вот такими брызгалками, ходим по дому, триггерами брызгаем. И ничего с этим уже, ребята, не поделаешь. Потому что муж в одной комнате, мы живем с дочерью сейчас, внук другой хочет посмотреть, и в гостевом, как бы в зале или в гостевой комнате третий телевизор. И два еще ноутбука. Представьте, в каком мы действительно находимся состоянии облучения. Но везде нейтроники стоят. Друзья, а вот эксперимент я еще. Наташ, позволишь мне провести эксперимент? Хватает нас времени? Да. Так, да. Скажите, пожалуйста, боюсь, чтобы телефон у меня не рухнул. Видно стаканы? Нет пока. Нет пока. Не видно. Ага. Нет. А когда я проверяла... А, я вот что, я проверяла, тебя не было, тогда было видно. Да, хорошо. Да, да, буду да, вот так пока. Показывать, я... друзья. Угу. Буду вот так показывать. Вот, давайте тогда по одному. Хотела два сразу, ну ладно. Вот стакан с водой. Так, вы знаете, мои дорогие, находка – это... Это здорово, что находка. Использую как раз чемодан. Отлично. Отлично. Вот так. Давайте, как мы с вами поступим. Я вам покажу. Пипеточка закатилась сейчас. Йод. Почему еще я говорю, что вот рада такому? Потому что на самом деле бывает, что с детьми то у них ветрянка, то у них то, ну, у них все, и нам приходится пользоваться все-таки зеленкой и йодом. Это зеленка. Это зеленка. Я капаю. Капаю зеленку, да? Что же происходит с нашим стаканчиком? Ну, например, что-то мы испачкали зеленкой. И я на самом деле новый оттирала. Ребенок помазали, бабушка ему помазала, прабабушка помазала пятнышко внуку. И в гостевом доме только купили дорогущий диван. И пришлось вот ему это повоображать, палочкой этой побегать, он у нее выхватил. Спасибо, у нас уже было это. Я просто быстрее, чтобы даже дочь не знала. Вот оттерла, чтобы нервов не было лишних в доме. Берегем еще и нервы. Вот, друзья, вот такой вот беру, написано все отбеливающее, без отдушки. Потому что все запахи, я, например, раздражающий человек, когда какие-то запахи лишние. Я сыплю, не так много буду сыпать в целях экономии, и просто, ну, жалко. Ну, насыплю, чтобы побыстрее результат вам показать. И если я вот это все размешаю, если теплая вода, будет быстрее проходить процесс. Ну, пусть постоит сейчас. Как здорово! Да-да-да-да-да. А вот сейчас еще будет такой же эксперимент, только с йодом. С йодом не пачкала. Ну, когда-то росли дети и йодом пачкали вещи. Ну, сейчас вот не было у меня таких экспериментов, сама я не делала. А вот здесь я сейчас вам как раз покажу. Очень хорошо H-500 тоже делает на йоде. Это, да, на йоде, очень хорошо тоже. Мы такие эксперименты проводили просто ради интереса. Друзья, а давайте попробуем, честно, не пробовала, давайте попробуем сейчас из одного стакана в другой перелить, чтобы не тратить мне мои любимые средства. А давай просто попробуем. Если нет, я вам новый сделаю вариант. Ну, вот мне просто сейчас в голову идея такая пришла. Вау. Ну, вау. Класс. Поверьте еще, куда можно применять ложки.
ложки, если затемнились, просто возьмите, потрите моющим посудным, вот этим любым. Где еще можно применить? Также отбеливающие, если полотенчики кухонные, ну, надо просто замочить. Время, ребята, я пробовала. Сначала немножко разочаровалась, говорю, ну, ничего у меня так, я не подумала, что у меня... Ну, чуть-чуть белее, но если бы я обычным хорошим порошком постирала, у меня тоже было бы белое такое. Ну, вот этой вот свежести не было. Просто я потом почитала, другие ролики посмотрела, которые уже выставили, и просто там я услышала, что надо время, положите все это, что процесс. Но здесь, конечно, вообще вот супер был процесс. Класс. Сейчас. Вот так работают наши продукты. Друзья, я счастлива, я довольна, что я в компании. Я благодарю человека, который меня пригласил, и никогда не устану это говорить, потому что, ну, если бы мне не сказали, представляете, у меня бы этого не было. А я защищенная. Наташа, я благодарю, что ты подняла эту тему. Все, я с вами. Таня, спасибо тебе огромное. Я даже не ожидала, что у нас сегодня еще будут эксперименты. Я думала, Таня нам покажет только баночки-коробочки. Но это круто, конечно. Я сама таких опытов не видела. Мы обычно наливаем воду с Coral Mine или с H500, но вот таким образом, чтобы йод с зеленкой, это вообще здорово, это здорово. И... Смотрите, мы уже с вами разобрали, да, антиоксиданты, разобрали чистящие и моющие средства, то есть и для посуды, и для всех поверхностей, просто здорово. Но я еще затронула такую тему, как Wi-Fi, да, как излучение, электромагнитное излучение. И сейчас я приглашу еще одну свою гостью, которая нам расскажет, что же у нас в компании есть для защиты от электромагнитных излучений. Сейчас я найду. Светлана, вот она, Светлана. Так, прямой эфир. Угу. Доброе утро. Доброе. Ой-ой-ой, громко, громко, громко. Доброе. Света, расскажи, да, расскажи, пожалуйста, я даже пока не... Таня немножко обмолвилась, да, она сказала название нашего продукта, да? Я не буду говорить. Расскажи, пожалуйста, что у нас есть для защиты от электромагнитных излучений, и покажи. Я думаю, что ты тоже этим пользуешься. Конечно, конечно, конечно. Наташ, благодарю тебя за приглашение, да, и, конечно же, приветствую всех присутствующих сегодня на прямом эфире. Всем хорошего дня, отличного настроения и вообще позитива, улыбок. А, конечно же, вот такая тема, как защита от электромагнитного излучения, сейчас, конечно, очень актуальна. И все уже рассказали, что вот она, Наташенька у нас сидит, да, перед телефоном, и ноутбук есть, и телевизор, и все, да, и еще какие-то там, какая-то техника, естественно, скорее всего, и роутер есть для, да, для интернета. Таня сейчас обмолвилась, что 3 телевизора в доме, да, ну супер, это, конечно, нет, это супер, но, друзья, все вот эти вот виды техники, а также наши смартфоны, мобильные телефоны, да, все гаджеты, они, конечно же, нам несут вот такое вот электромагнитное воздействие. И, естественно, на организм человека это сказывается не очень хорошо. И что же мы можем наблюдать, да, у человека, которого... ну, так скажем, который часто очень обращается с этими электроприборами. Во-первых, это ухудшается сон, это и гипервозбудимость может быть, и также какое-то пассивное состояние нехорошее, да. Потом, во-первых, если мы сидим за компьютером, да и с телефонами мы иногда, это и нарушение осанки. Никогда прямо человек вот так вот, да, выпрямившись, туда сидит за этими приборами. Конечно. А затем еще нарушается кровообращение в шейном отделе. Согласны? Потому что сидим всегда скрючившись. За осанкой, конечно, за своей нужно очень внимательно следить. Затем, естественно, это нарушение зрения, потому что мы все время смотрим, читаем, что-то еще пишем, что-то еще делаем и так далее и тому подобное. Человек до конца, на самом деле, скорее всего, и не понимает,
и не понимает, что электромагнитное излучение действительно несет нашему организму, нашему здоровью вред. И не хочу вас больше пугать, не хочу вас больше там расстраивать какими-то вот этими, да, симптомами нехорошими, а я просто скажу, что есть выход, есть выход. И так как мы говорим о компании, да, «Коралловый клуб», в этой компании есть такой приборчик, маленькая, тоненькая антенночка, я ее по-другому не могу назвать, антенночка она, вот так вот она выглядит, вот она так выглядит. Она тонюсенькая, ее даже вот не видно, когда я ее перевернула на ребро. Клеится она вот на обратную сторону панели телефона, на крышечку. И тем самым этот нейтроник нам дает защиту, дает защиту. Нейтроник изобретен и разработан учеными Центра экологии человека под руководством Владимира Тюняева. Это московское, это российское изобретение. А нейтроник представляет собой, как уже сказала, тоненькую пластиночку, которая, опять же, клеится, да, повторюсь, на заднюю панель телефона. И нейтроник начинает свою работу, как только включается прибор. Зазвонил телефон, включился компьютер, включился телевизор, включилась микроволновая печка. И как же он работает? Нейтроник создает поле, определенное поле, и убирает энергоинформационное излучение, приводя волны вот из хаотичного, получается такое хаотичное, да, движение частиц в нормальное состояние. Нейтроник снимает воздействие электромагнитного излучения до безопасного уровня для нас, для организма человека. И если вы мне разрешите, я просто некоторые факты приведу вам, да, что вообще в 1998 году был получен первый патент на изобретение. В 2001 году был получен второй патент уже на изобретение, а также свидетельство на товарный знак. На товарный знак именно, да, это заключение было Института биофизики и Института медицины труда. Поэтому, друзья, нейтроник, конечно, ну, вещь маленькая, но очень значимая. Еще раз вам ее покажу. С 2000 по 2019 год, я, да, зачитаю, потому что было проведено более 40 исследований, услышьте, более 40 исследований и испытаний. Были проведены исследования, кстати, на капле крови человека. Сначала бралась капля крови человека. Многие из нас, кстати, видели эти исследования, они есть в интернете, их можно посмотреть. То есть сначала бралась капля крови человека, просто не разговаривающего по телефону. Затем капля крови бралась у человека, который разговаривает по телефону без нейтроника. И когда выводили на компьютер клеточки крови, то они были похожи на шестереночки. Вот как у нас, да, даже клетки крови деформируются от того, что идет такое вот излучение, да, от того же самого мобильного телефона. И когда приклеивали нейтроник на телефон и брали, опять же, повторно кровь у человека, то капелька крови приходила в норму. Не сразу, конечно, ей нужно время для этого, для восстановления, но было такое исследование. А также еще были исследования определенными приборами, которые специальными, да, приборами на биополе человека, воздействие на биополе человека именно электромагнитного излучения. И также было на компьютере очень хорошо видно, что биополе человека было пробито. Прям вот, правда, дырка образовывается. Но, естественно, все это можно восстановить, если себя правильно, грамотно, эффективно защищать. И в 2002 году
Да, защищать. В 2002 году получен сертификат соответствия вот этого нашего нейтроника, и проведено 13 документальных, подтвержденных научно-исследовательских работ и опытов. А в 2010 году вот этот вот небольшой приборчик победил в конкурсе как эффективное средство защиты мобильных телефонов, компьютеров, телевизоров и всей дальнейшей техники. И судейство, кстати, представляло 14 государственных и общественных организаций России. То есть это очень на самом деле, ну, я так скажу, значимый, конечно, результат вот этого вот произведения, так скажем, науки. Да, искусство науки. Да, искусство. Да, искусство. Да. И, друзья, кстати, Всемирная организация здравоохранения ставит на первое место вред на здоровье человека, на состояние здоровья человека, электромагнитных излучений, вообще по отношению к какому-то там, да, каким-то там другим вот этим вот негативным действиям. А нейтроник нужен каждому человеку, это безусловно, в каждую семью, на каждый вид техники. А срок службы нейтроника не менее 10 лет. Не менее, да, 10 это лет. Это важно. Да, к нейтронику, кстати, прилагается вот такая вот инструкция. Здесь все в этой вот небольшой книжечке, все написано, как его установить, как приклеить правильно и так далее и тому подобное. Все здесь есть. Я вам желаю приобретать только качественные, эффективные, да, товары, которые могут нас защищать, а еще и доставлять, конечно, нам плюсы и удовольствие. Спасибо большое Коралловому клубу за такие вообще открытия. Да, вообще, на самом деле, Коралловый клуб – это, ну, это я не знаю. Света, я просто заслушалась. Я заслушалась. Спасибо тебе огромное. Спасибо за приглашение. Спасибо большое. Спасибо. Да, спасибо. Друзья, я думаю, что тему защиты мы сегодня, я и мои гости, раскрыли для вас вот с разных сторон, да. Действительно, наклеил нейтроник, на 10 лет забыл, но только если вы не будете его там царапать, корябать или что-то делать. И завершить сегодняшний прямой эфир я хочу вот таким, очень люблю вот примеры, да, чтобы все было жизненно, понятно и доступно. Смотрите, например, производитель колбасы. Кушает ли он свою колбасу? Скорее всего, нет. И если и кушает, то ему делают по отдельному рецепту. Например, производитель наших таких хваленых автомобилей «Жигули». Как вы думаете, директор этого холдинга на «Жигулях» ли ездит? Нет, друзья мои. Что происходит у нас? Все продукты, о которых мы рассказываем, мы вам демонстрируем. Они у нас пользовании, да, мы открываем баночку, и там вот эти капсулы. Мы всем этим пользуемся. Это все у нас есть. У нас у всех есть нейтроники, у нас есть у всех H500, у нас у всех есть стиральные, моющие, чистящие средства. О чем это говорит, друзья? Что мы не просто рассказываем, мы говорим вам о документальных подтверждениях и о том, что мы сами это употребляем и получаем результат. То есть мы не просто даем рекламу, а именно рассказываем о личном употреблении. И я думаю, что человек, который, ну, где-то, может быть, сомневается, вот себе вот такой вопрос, как сейчас сказала я, подумайте, пользуются ли они своими машинами, своей колбасой, ну, я не знаю, чем там еще, да, каким-то еще, вот, где есть какие-то производства, и вопрос о качестве стоит. А вот мы всем этим пользуемся, да, и вот я вижу по всем откликам, девчонки все пишут, мы всем пользуемся и благодарим за эту компанию. Ну что ж, еще раз хочу повторить, что все лучшее в природе принадлежит нам. Благодарю всех гостей, благодарю всех участников. Сегодня было очень-очень интересно. Интернет нас сегодня совершенно не подвел, и нам это нравится, мы пользуемся, и нам это нравится. Сноха работает главным бухгалтером, выращивают помидоры, но хозяину возят от частника. Вот какая прелесть, да? То есть то, что они выращивают, они знают, что кладут туда в землю не самое полезное, поэтому от частника покупают. Вот вам и результат. И я думаю, что у каждого из вас таких примеров множество, да? Что
занимаются каким-то производством, ну, чего-то там, да, что-то выращивают, что-то производят, но кушают совсем другое. И Таня Николаева, да, я тебе вот пример, мы с тобой, когда были во Вьетнаме, нам как сказали, ходите в те кафе, где кушают местные, да, тогда будет вероятность того, что вы скушаете, ну, как бы, еду, не отравитесь и получите пользу. Дорогие друзья, я заканчиваю, хочу еще раз напомнить, следите за моими постами, я анонсирую следующую тему, следующую своих гостей, какой-то обязательно будет какая-то интересная, важная тема. Благодарю вас всех, кто принимал участие. Подписывайтесь на мой YouTube-канал Наталья Иванова. Кому интересно, напишите в директ, я вам пришлю ссылку. Я все свои прямые эфиры там сохраняю. Очень интересную информацию мы даем, но самое главное, что у нас всегда есть результаты, всегда есть гости, которые рассказывают о применении. Всегда у меня есть замечательные, вообще потрясающие профессиональные соведущие. Вьетнам повторить бы, да, Марина, я с тобой согласна. Вот, но правда же, там действительно так и было. То есть, когда мы приехали, у нас был вопрос, где нам покушать. И, в принципе, нам в любой стране говорят, да, что кушайте там, где и кушают местные. Вероятность того, кушайте там, я вот была в Грузии, куда? Хорошо, у нас был уже знакомый, да, и он нас повел туда, где кушают грузины. Вот, поэтому, дорогие друзья, благодарю вас, всем хорошего, прекрасного дня, присоединяйтесь к нашим прямым эфирам, приглашайте своих друзей, гостей, у нас очень много интересных тем о здоровье, о профилактике, о том, как сделать жизнь свою и своих близких еще лучше, легче и радостнее. Всего доброго, до свидания.